Вот эта школа, наша любимая школа. Центр инклюзивного образования. В нашей школе обучают самые разные дети. Это мы спешим в школу к первому уроку. Наша школа, в которой мы учимся, хоть и не очень большая, но современная. Светлая. И нам здесь учиться очень нравится. В школе много разных учителей. В основном это учителя начальной школы. Но есть и учителя-предметники. По музыке, по физкультуре, по английскому языку, логопеды и психологи. Всех не перечислить. На уроках математики мы учимся считать, сравнивать, решать задачи. На уроках русского языка писать, запоминать правила и орфограммы. На других предметах нам тоже не приходится скучать. В нашей школе всегда происходит много интересных событий. И сегодня у наших учителей их профессиональный праздник. День учителя, с которым мы их сердечно поздравляем. А в качестве поздравления мы хотели сказать и показать вам несколько смешных историй про школу, чтобы вы просто улыбнулись. Вовочка внимательно смотрит на маникюр учительницы и говорит: «Ольга Александровна, у вас такие ногти длинные». «Да, нравится». «Нравится. Наверное, по деревьям лазить хорошо». «Ха-ха». «Ха-ха». «Продам портфель, букварь, дневник, тетради, карандаши, ручки, краски, калькулятор. Все почти новое». «Боря, первый Б». «Ха-ха». Папа разговаривает с дочкой: «В следующий раз, когда у тебя спросят, что нравится в школе, не говори». Буфет. Ха-ха. В конце нашего поздравления хотим пожелать вам хороших учеников, таких как мы, крепкого здоровья, радости и всего самого хорошего. С праздником! С Днем Учителя!